Успех – это состояние души. Успех – это постоянство. Причем успех может складываться из 80% неудач. И всего лишь 20% у тебя будет удач, которые сделают тебя успешным. И успех – это постоянство. Если человек успешен, значит, он успешен. И сколько у него было неудач и провалов, это не значит, что каждая сделка, каждая встреча, каждый контракт заканчивается у него удачей. Нет, конечно. У него неудач гораздо больше, чем удач, но он успешен. Почему? Потому что в целом из большого количества попыток он получает результат, который перекрывает все его неудачи. Да и тост поэтому я поднимаю всегда за успех. Кто-то поднимает за удачу, кто-то за успех. Я всегда останавливаю. Стоп, не за удачу пьем, за успех. Потому что успех постоянен, а удача временная. Наслаждайтесь настоящим моментом. Наслаждайтесь тем, что вы сейчас делаете. Вкладывайте в это всю свою душу. Получайте от жизни удовольствие, что бы вы ни делали. Когда вы поступаете именно так, вы счастливы.